Всем привет, мои дорогие зрители, с вами Пельменис, и сейчас я засниму, как являюсь модератором в Пробханте. Особо со самими зрителями я не буду общаться, ну, в смысле с вами, я просто засниму, как играю в Пробхант. Ну, как будто я ничего и не записываю так, как обычно, вот типичный день модератора в Пробханте. У меня тут уже появился первый пациент. О, господи, ну черта он вышел с сервера-то, а этот мистер. Я мог спокойно ему прописать хил, он бы... Ему бы не пришлось выходить из текстур. Кто там еще по текстуру упал? Легенд? Ответь. Так, наверное, у меня проблема с микро, что ли, или что такое? Раз. Слышно. Легенд, ты оглох. Ладно, молчание, знак согласия. Господи, а он-то где сидит-то? Ай, какого надо попить? С этим все в порядке, этого тоже видно. Это вообще какой-то хренью страдает. Менеджер Роман. Прекрасно. Легенд, скин можно в одиночке менять. Did you hear a cat just now? I can't get this tone out of my head. Надеюсь, там по качеству можно будет это разобрать надписи в чате. Блин, вот бы сейчас какой-нибудь там админ пришел или модератор, хотя бы мне не скучно будет. Сказать честно, спрятались они очень банально. Главное догадаться. В интернете? Не, серьезно, в интернете. Я в интернете набрал контент КСС скачать, а сразу же нашел какой-то сайтик с ним. Ты еще не обезумел играть с эмо-текстурами, Владишка. В смысле, а чё я не отображаюсь в чате? Странно. Ну ладно.
Сейчас надо еще потише звук сделать, мне так кажется. Ребята, я случайно залез. Килл. Блин, а я не хочу килл. Придет. А оживить я никак не смогу оживиться. Нет. И можешь сейчас, если я выберусь, я чуть побегу, если выберусь, то выберусь. Если не выберусь, то ты килл. Коробка, да, которая? Не-не-не, я баночка. Ай, сейчас таймер закончится, я сажу спектакль перейду. Зря я играю, конечно. Ой-ой-ой, как лагает. И все у нас проваливаются что-то. Сейчас мы решим их все проблемы. Модератор пельмень. Тун-ту-ру-тун. Ай, всех текстурщиков выебет в сраку. Так, Крет, ты у меня первый на очереди. Подожди, я сейчас я пытаюсь выбраться. Ты пытался уже это сделать чуть не минуту. Ты видел, я там бегал, а не стоял. И что дальше? От этого охотники тебя заметят лучше, что ли, если ты под землей находишься? Ну да. Так кикни нормально. Не надо кикать. Так вон он уже мен. Я его слейнул уже, не ссы. Убивают маньяки, косые маньяки. На, лестница говно. Ну ёб. Ну господи, что они делают? Ты вообще пробовал сейчас? Который кирпич. Ай-яй-яй-яй, убили негра. Вот так ни за что, ни за что. Да и фиг знает, сколько это записывать будут, конечно. Ну, я думаю, вы уже полюбовались на мою работу. Ну уж извиняйте, хоть. Вот я вас уверяю, вот хоть и говорят, мол, кто-то там упал под землю. Да, я здесь, Владишка, что такое? Хоть и говорят, мол, кто-то упал в землю, сейчас выберусь, бла-бла-бла. И сказать честно, выбираются в таких случаях очень редко. Так редко, что даже редко. И настолько редко, что уже хочется просто слей прописать и не ждать, когда они там промучаются под землей. Да ладно, он вышел, что ли, нафига? Постой, это сейчас случай мне Владишка? А нет, он здесь все еще. Кстати, Владишка, а что у тебя пинг-то такой высокий? Аж за 400 сейчас был где-то. Он сейчас за... Чуджимен такая кривая рожа. И чуть не обосрался, блин. Батарейку нашли. Ну, в принципе, играл бы я за охотников, я бы ее уже давно нашел. Когда там смена карты? Через 7 минут. Да нет, я не буду столько. Так почему у тебя пинг-то такой? Ты что, где-то в Японии находишься? Через самый слабый интернет. Что такое? В космосе. Да на левый shift насмешка. Хотя я тебе не советую это делать за проб, потому что только палишься лишний раз. Да, именно. Что может спокойно спалиться. Да-да, Владимир, сколько раз тебе еще про этот шифт сказать? Или ты тоже без звука играешь и ни хрена не слышишь? Ой. Ну и отлично.
А, ты ему. Ой, сорян, я тебя спутал. Сорян, сорян. Ура, мы победили. Ура. Ну, вы полюбовались на мою работу на сервере Пробханта. Если что, этот сервер был PlaySense Пробхант. Можете спокойно найти в Гаррисе, если он у вас есть. Всем спасибо за внимание. Всем пока.